Хей, йоги, смешмики, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Mimicry Dreams. Был какой-то мультфильм, если не ошибаюсь, с этим пёселем. Что у нас вообще здесь есть? Во-первых, игра у нас подразделена на какие-то секции. Это типа первая секция, потом у нас будущее, путешествующее, волшебное, ну тут типа домик на курьих ножках, и замок. Но здесь есть какие-то кости, которые я не знаю что, и как вы видите, это все уровни в этой главе. И последний, это просто режим вызова. Пройти так далеко, как вы только сможете с одной жизнью. Значит, здесь можно будет умирать. Ну что, давайте я начну тогда... Что это? С начала веков? Я бы хотел бы сделать музыку потише, но здесь, в принципе, нету такого. Здесь я могу только выключить музыку, либо звук, и все. Как вы видите, мышка прозрачна, на что это немножко неудобно. Ну, зато здесь русский язык есть. Ну что, я думаю, тогда давайте... Начнем. Короче, говорит, курица закнуться, чтобы она не кудахтала, чтобы он мог спокойно поспать. На что курица ржет. Так, хорошо. Здесь можно управлять как буковками, так и стрелочками. Так, вопрос, если я пойду в эту сторону. Опа, я могу и прыгать. Так, хорошо, здесь невидимая стена. Значит, туда мы уже попасть не можем, логично. А зачем мне мышка? Так, мышка, давай ты, наверное, спрячешься в данный момент. Так, добро пожаловать обратно. Ага. Окей. А где музыка? Ты подожди, я могу мышкой? Лопал. Прикиньте, я могу это все делать мышкой. Тогда мне будет... А, ну там ничего больше нету. Ого, да. Здорово, музыка. Ну смотрите, ну, у нас в принципе здесь есть взаимодействие. Почему музыка пропадает? О, нифига. Тут типа еще и головоломки какие-то. Но это сейфпоинты, как я понимаю. Найс, песель. Ну смотрите, какая-то здоровая голова. А, типа я должен внутрь туда прыгнуть? Ладно, хотя, подожди. Но я думаю, секретных здесь ничего такого нету. Ладненько. Вау. Так, 10 всего костей у нас в этом уровне есть. И 4 чего-то. Факелы леса. Три подсказки, лампочки. Нет, я короче понял, это подсказки мы собираем, да? Добро. Здоровенная кость, которую мы открываем, и секретный проход. А, ну короче, это... Это чё? Это что-то наподобие... Я думал сначала это червяк, но это походу нога. А, смесь, слона... Короче, хобот слона, нога человека, голова медведя. Так, хорошо. Ага, значит нормально. Mm.
Почему он рычит? Ну, он говорит, что я типа герой, и он не любит. Кто это? Who are you, man? Ладно. Странный чудик. Оу. А, просто костюм. Кости леса получены. Лампочка леса получена. Глупая курица. Курица барбекю. Ну, вот и мы кушаем курицу, а непонятно с кем. Но зато мы теперь пёсель-герой. Да? Но я вообще не знаю, есть ли смысл идти в левую сторону. Так. Стоп. Так это у нас... Я думал, это все уровни. Погнали в лабораторию. Это у нас, оказывается, чекпоинт, и после чекпоинтов мы играем дальше. Хорошо, это у нас какая-то... научная деятельность. А, спаси. Что произошло? А, они, короче, ее тестируют на другими мышами. Ты же герой? Да, пёсель герой. Я думал, это Марс. Ну, типа... Где музыка? Что это за бочонок? Так, а сейчас у меня непонятки. Так, это я должен с собой типа забрать? Да, прикиньте. Это живая батарейка, это не живая батарейка. Угу! Что ты такое? Монатин такой, так грозно выглядит. Ого, теперь мы с вами электрики. Окей. То есть красная херня, это она просто останавливала. Ну ладно, было немножко нелогично, я думал, их нужно как-то соприкоснуть. Я вот не знаю, это фул игра версия или нет. Так, не хват... Ну ладно, хватает. Монати, это я должен типа успевать делать. Тихо. Лиф, не смей падать. Главное на все успевать среагировать. А если бы я тронул?
А, подожди, мне по-любому что-то... Ну ладно. Ух ты ж, ё-моё. Ну, я думаю, во-первых, давайте соберем все кости, которые я могу собрать. Ну, логично, что мне нужно будет ниже сюда спускаться, но я тогда поднимусь наверх. Заберу все те кости, которые сверху. Хотя, смотрите, здесь тоже есть проход куда-то. Ага. Здесь проход, чтобы выпилиться. То есть у нас всего лишь 4, так сказать, варианта. Он настолько маленький, что я его просто не вижу, где он ходит. А, да, смотрите, подсказки просто собираются. И все. Косточек 28 всего у нас. Подождите, хотя, да, нормально. На 100% думаю, эту игру пройдем, здесь ничего сложного нету, пока что. Нам осталось, в принципе, уже ничего тут собирать. Главное, чтобы я мог допрыгнуть, и есть вообще смысл от костей, что мне кости эти дают. Я изначально подумал, что костюм мне дается. Но оказывается, нет. Да, странно, кто такие туннели тут рыл. Ну, смотри, по костям там у нас и корова, или что это, и голова человека. Я все соберу. Я соберу все. Главное, вниз не упасть. Все, найс. Отлично, теперь можно вниз. Исследователь пещер получено. Кстати, мы доиграем уровень, я вам покажу, там есть, если не ошибаюсь, этот... Фак! Не... Давайте сразу покажу вам, что я нашел здесь. Ой, вы хотите... Нет, нет, нет. Настройки, костюмы. Костюмы, которые у нас вообще есть с вами. Вот, пират. Фу-фу. Это уже отсылки пошли. Слоты — это прохождение, 17%. Вот, статистика. Ну, это... Ну, их тут много. Видите, здесь какой минус? Очень плохо видно. Не очень так уж различаемая вещь. А нужно было будет сейчас все-таки попробовать попадать. О, смотрите, хотя бы не нужно заново собирать то же самое, что мы уже собрали с вами. Это хорошо. Не, я такой, чтобы... Хотя я могу все потом сделать, так ведь? Упасть в кислоту специально. Оп. А, смотрите. А сюда упадешь и все, да? Хотя тут сюда и не попадешь никак. Я могу сюда, в принципе, упасть, но... Надо, но мне не надо. Один фиг, если мы можем выбирать чекпоинты, я могу потом пособирать все вот эти достижения. Ну, логично, что, скорее всего, должен погибать. Типа того. Так, ладно, ядовитые отходы. Типа я должен успеть это все пробежать. Ну, это тоже... А, чего я умер? А, на меня капля упала. Манать.
короче, понятно. Да, в смысле, она меня не попала? Она меня да. Ой, тихо. Но видите, тут нету достижений за то, что я просто бы умер. Зачем в игре музыка, если музыки таковой как бы нету? Ладно. Ой! Я чуть не думал, что туда нельзя запрыгнуть. О, он меня не хочет пропускать. О, математика! 30! Ну логично, что следующим не 30. Все, он сломал ему мозг, он сломал ему голову. Что было бы, если бы неправильно ответил? Что? Тут даже... Тут же даже ничего не используется. Поехали. Ну сразу видим, сразу активируем. Ну хотя это то же самое, что мы только что делали недавно в прошлом лифте. Нельзя собак. Лампочка электричества. Да, мы знаем, мы суперпес. Кости электричества. Мы все кости собрали. Зоозащитник. Смотрите-ка, что мы можем сделать. Нет. По сути, у нас всего лишь 5 уровней. Да? Уверен, что хотели... Да. Смотрите, у нас, в принципе, всего... Куда мышка? А, вот мышка. Она пропадает из виду. В принципе, я могу еще один уровень сыграть, это с вот этими островами пройти. Потом запишем вторую серию. Вторая серия будет это, вот это, вот это. Бесконечный забег, посмотрим, пошел в бесконечном забеге по выполнению достижений. Хотя, смотря, если так подумать... Угу. Бутылка. Я так... Ладно, буду играть на кнопочках. Он вот какой-то нюх, что-то там. Что, мне типа нужно было для этого подсказка? Типа, ты не можешь... Вау. Я понял. Так, вот этот звук был... Ты что такое? Что это был за спидран? Почему меня тэпнуло? Все, все.
Так, ладно, это гигантские... Ну, медузки. Грибы какие-то. Ну и чё? И чё ты мне сделаешь, а? Ладно, он мне ничего не сделает. Тихо! Ладно, они бесконечные. О, там еще одна черепашка. Так, я понял, мне на ту сторону. Здоровые кораллы. О, смотрите, там крабик. Да, это крабики. Тайминги, тайминги. Так, очередная какая-то головоломка. Так, вали оттуда. Я сказал, свали. Чайка, свали оттуда. Все отлично. А, не хватает. Так, а мы теперь пират, смотрите, у нас с вами даже ножки такие пиратские. Она все... В чем дело? А, смотрите, у нас на хвосте этот крюк. О. Так, там у нас мышка. А здесь печка. А здесь у нас... Просто купается либо парится морковка. Ну, логично. Но видеть пока что здесь на самом деле вообще ничего. Так, я понял. Тихо-тихо-тихо-тихо, ты чё? Так, это... Мастер наездки облаков. Так, тихо. А, вот теперь можем идти дальше. Оу! Нет! Фух, нормально. Странный гномик. Я подумал, это пуля как в Марио. Это логично, что мне нужно прыгнуть на пулю. Стоп, я хочу... Тихо, пуля, не убей меня. Так, хорошо, засейвились. Так, пока что все логично. Лампа океана, я собрал все, да? Как говорится, морской пес. В прямом смысле... О, нихера тут коктейли. А здесь что? Курочка и коктейли. Нет, 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 нет. Давай, наверное, сюда на корабль. Свинорыб.
Я не умею плавать. Тупая рыба. Подожди, это здоровый кран на острове, который мы видели тогда, когда мы вначале прыгали по этим коробкам. Это дракон. Вентиль. Так, а теперь мы должны типа воду, подачу воды сделать. Странный дракон. О, там косточка есть. О, русалка. А это что? Это типа сирены? Ага, короче. Вот. Вот такая, короче, последовательность. Короче, она видит корабль, она поет. Пират влюбляется в ее песню, приплывает и разбивается. А почему даже мультиков нету? Ой-ой-ой. Ну хоть не сам, значит. Знаете, ну громко. Укает, букает. Оу, это у нас. Я понял. Нет, не понял. Это пазл. А-а-а. Понял. Что вот это? Вопрос, от чего это? Я понял, что это мозаика. Просто что это за часть? А, пускай это будет перед. Зад. Я не понимаю, что это за части такие. Да, походу я здесь надолго застрял. Ну ладно, с этим, если мы сделали, что вот это? А, здесь? Ладно. Было сложно понять. Поднять паруса. Получено достижение. Ну, в принципе, и все. Да, вернуться. В смысле, я кости не все собрал? А где я упустил еще 3 косточки? Ладно, разберемся. Лайк, ну на этом мы с вами разберемся, думаю, в следующей серии, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и всем пока!